92 года назад была открыта знаменитая гробница Тутанхамона. Мумия лежала в золотом саркофаге, как новенькая. Поищем и мы чего-нибудь такого в нашем алтайском интернете, ведь это иные новости. Банкфакс пишет, что некая молодая пара пригласила на свою свадьбу Владимира Путина. Они не забыли патриотично упомянуть о достоинствах отдыха на Алтае, а также о господдержке ипотеки. Путин, конечно, не приехал. С ипотекой все непонятно. Власти китайского Синьцзяна предлагают построить дорогу в Республику Алтай. Об этом сообщает сайт Горно-Алтайск.ру. Китайская сторона уже определила место возможного расположения контрольно-пропускного пункта. Граница между Китаем и Россией 54 километра. Хватит, чтобы очень быстро наполнить оба Алтая китайскими соседями. Мегахит Ютуба барнаульцы достают из вентиляционной шахты на улице Малахова, разбивая стену в подъезде. Бедный пленник жалуется на судьбу и чуть не плачет, а некие свидетельницы за кадром злорадно все комментируют. Вот их бы самих туда! Кстати, видео попало в федеральные СМИ, опять мы прославились. Продолжим наше виртуальное путешествие уже завтра. Всем привет!